Halok to kule, yetil kung hab hatch, kiki yung pan, yal. Не пойму, что это за диалект. Мама говорит, если я буду играть в пещере, я расстрою духа водопада. Она просто думает, там слишком опасно, хотя там столько интересных штуковин. Нет места. Ничего не могу взять. Что это? Сектанты, ждущие явления божества. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но их глава займет мое место и попытается стать богом. Он верит в то, что сможет преобразить мир, создав рай на земле. Преобразить мир? Что? Я помню эти слова. Вот он! Я знаю его. Это доктор Домингес. Узрите! Орудие нашего единства и спасения! Скоро наши мечты о мире и спокойствии осуществятся! Они уже зовут его Кукулькан. Но его настоящее имя Амару. Он родился здесь, но вырастили и изменили его. Чужаки. Народ верит в него. А ты нет? Мой покойный муж Сайри был его братом. Им по-разному виделось будущее Пайтити. Когда Сайри умер, Амару посвятил себя секте. Вы видели бурю? Вы боитесь больших бед? Но я позабочусь о том, чтобы Пайтити все пережил и процветал вечно! Я знаю Амару. Если он преуспеет, никто из несогласных не увидит этого рая.
Мятежников казнят. Нет, если не найдут ларец. Именно. Нам нужно найти его первыми. Может, Амару еще поймет, что есть любовь и разум. Смерть иноземцам! Грядет возмездие! Хакан, довольно. Нужно ударить, пока этот змей у нас под носом. Время справедливости придет. Не рискуй всем, повинуясь минутному порыву. Эцли, ты на разведку. Встретимся у склона горы. Все, хватит. Иди с Эцли. Тебя узнают даже в этой одежде. Я принесу ларец. Обещаю. Вам же сказали поддерживать мир. Я просто вышла прогуляться с сыном. Амару теряет терпение. Это не повторится. Иона, можешь говорить? Ага. Мы с Учи разбили лагерь. Все хорошо. Доминги здесь. Он предводитель секты Кукулькана. Унурату борется против них. Что? Он здесь уже не первый год. Тринити контролирует Пайтити. Я отправлюсь к глазу змея. Надо найти ларец до начала очередного бедствия. Не пойму, что это за диалект. Где моя мама? Улаживает дела между стражниками и Хаканом. А что там? Снаружи Пайтити. Ну, снаружи много всего. Мир очень большой. Больше, чем Пайтити? Больше, чем сотни Пайтити. Что? Возьмешь меня туда? Думаю, твоей маме будет что сказать на этот счет. То, что ты ищешь, скрыто там. Как я пойму, что нашла нужный зал? По запаху смерти. Если выживешь, можешь выбраться через старую систему орошения. Встретимся там. Будь осторожна. Там могут быть сектанты. Отлично. Отлично.
Пайтити стал для меня полнейшей неожиданностью. Народ, его история, все, что они пережили и кем стали сегодня. Их послушать Такамару, Домингес, Кукулькан радеет о благе Пайтити. Но я знаю, на что он готов пойти. Убийство и жестокость. Я должна его остановить. Сюда. Место Эцли и говорил. Спокойно, Лара, без нервов. Thank you.
Получится. Выбора у меня нет. Это один из мятежников? Змей с серебряным глазом. Я на верном пути. Да! Сюда. Запах все усиливается. Лара, как ты там? Иона, я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели.
Обсуждаю сучу тату. Тату? Да, ты видела тату Нураду? На ней цапли и затмения. Возможно, это как-то связано с Серебряным Ларцом. Сомневаюсь. Нужно как-то разрушить преграду. Рычаг позволит наполнить водоем. Тут нужен катализатор. Рычаг позволит наполнить водоем. Тут нефть. И может эту лужу можно поджечь? Идти дальше. Это что, зал для кровопускания? Черт, потекло не туда. Мне нужно выровнять каналы и наполнить водоем. Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. Мне нужно выровнять каналы и наполнить водоем.
Надо соединить эти две колонны. Неподъемно. Нужен крутящий момент. Потекло не туда. Мне нужно выровнять каналы и наполнить водоем. Черт, потекло не туда. Мне нужно выровнять каналы и наполнить водоем.
теперь искать ларец. Вот этот мелкий бунтарь. Эдли! Вот она! Подай! Эй, Лара, вернись, если можешь. Учух хочет кое о чем тебе попросить. Наверное, об услуге. Хорошо, я вернусь, как только смогу.
Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. У меня нет столько места. Схватили. Знаю. Они держат его в казарме. Думаем, как его освободить. Я хотела помочь, прости. Он боец. Что это? Это ключ. Кажется, это вещь из горного храма. Он примыкает туда, где его держит. К ларцу и щель ведь можно попасть из казармы. Поэтому сектанты захватили храм. Там много охраны. Нам нужно будет действовать тонко, тихо. Есть обходной путь? Был один у соляной шахты, но почти обвалился. Там опасно. Может, у меня получится? Возможно. Ты уже достойно себя показала. Последний раз я была там в детстве. Но, насколько я помню, казармы во внутренней крепости. Если я проберусь в обход, я расчищу путь и впущу вас. Мы вызволим Эцли и пойдем за ларцом. Я займусь сыном. Ты иди за ларцом. Стараемся не выделяться. Я бы и сам пошел. Но не могу оставить свой пост, а времени мало. Это очень важно для вождя Унурату и мятежников. Говоря, что хочу поддержать Унурату, я имела в виду совсем другое. Эцли крепкий парень. Да. Учу разговаривали с Ину. Учу, что тебя беспокоит? День коронации Эцли приближается. Скоро он станет мужчиной и начнет свой путь становления королем Пайтити. Этот день обещает быть просто чудесным.
Мы сражаемся с Амару и его сектантами в надежде на этот день. Иногда нам всем нужно вспомнить, за что мы сражаемся. Я могу чем-нибудь помочь? Когда отец Эцли Сайри погиб, Унурату оказала мне большую честь, попросив взять на себя его обязанности. Одна из них — собрать 3 священных предмета для церемонии, но... Но столько всего происходит, что ты этому не рад. Что за предметы? Это амулет Спасителя, лук Победителя и рог Короля. Каждый предмет несет в себе благословение предков. Скажи, что нужно, я сделаю, что смогу. Я уже отправил людей за амулетом и луком. Но если бы ты могла найти Кабила, ремесленника, и забрать у него рог Короля, мы были бы тебе очень признательны. С ним нелегко, я отправил к нему уже 2 и ничего. Вдруг ты сможешь, поговори с его женой. Думаю, я с этим справлюсь. Будь осторожна, у Кабила тяжелый характер. Но его жена Абра как-то с ним справляется.